Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил жителей республики с Рождеством и 25-летием Элистинской епархии. Вот что говорится в поздравлении. Этот праздник служит символом духовного единства людей, дарит надежду и веру, утверждает в обществе взаимное уважение и веротерпимость и милосердие. Он напоминает о главных ценностях и традициях, несет веру и любовь к ближнему. Конец цитаты. Также руководитель региона отметил, что за 25 лет служителями епархии многое сделано для возрождения духовных традиций, приобщения жителей Калмыкии к богатому историко-культурному и духовному наследию. Сегодня в Калмыкии живут представители разных религий. Элистинская и калмыцкая епархия вместе с другими конфессиями вносит большой вклад в совершенствование духовно-просветительского воспитания, сохранение и приумножение культурно-исторических ценностей, говорится в поздравлении.